С января месяца вводится 50% скидка на штраф для водителей, которые оплатили в 20-дневный срок. Как думаете, это дисциплинирует водителей? Ну, в наше время кризиса, я думаю, это да. Мне кажется, нет. Не поможет? Мне кажется, нет. Не водитель, не могу сказать. Наверное, нет. Я думаю, что да. Почему? Ну, все будут платить и меньше нарушать. Я не знаю, что сказать, просто не думал об этой ситуации. Ну, наверное, да. Ну, должно, по идее, конечно. Я буду в первом платить. Буду быстрее платить. 50%. Если это будет так. Ну, будут чувствовать ответственность, что должны вовремя все платить. Кажется, этих мер будет недостаточно для определенных лиц водителей, поэтому, мне кажется, надо будет все-таки тоже как-то либо больше стимулировать, либо ужесточать правила. А как бы вы ужесточили? Ну, можно еще лишение прав, допустим, по каким-то видам тоже. А вот то, что сейчас будет лишать водительских прав, ну как, на период до уплаты, вот это, наверное, больше будет влиять. Спасибо. Я, наверное, не рискну лишаться прав, потом за ними бегать. Наверное, более ответственно подойдут. К оплате штрафа вовремя будут спать спокойнее, потом переживать не будут за себя. Наверное, будут, не знаю, если не водитель. Я думаю, что да. Маленько очень штрафы у нас тут как бы такие, а потом вот и люди скажут, лучше заплатить 50%, чем 100%. Вот такие, это, как вы сказали, там, дисциплинируют. Да. Не знаю, возможно. Ну, не думаю, что это сильно сыграет на наших водителей. Я сам водитель, поэтому, но я не нарушаю. Стараюсь не нарушать. Безусловно. Причем людей более пожилого возраста. Да. Почему? Ну, потому что они ответственно относятся к этому делу. Как платить штрафы, как коммуналку платить. Так что люди моего возраста только приветствуют. Сегодня у нас столько штрафов написано, что уже люди не знают, за что и кому положено платить. Если сегодня выполнять закон, который за, то можно всех водителей оштрафовать до единого. Я думаю, что это не мера абсолютно. Потому что у нас кроме штрафов в стране ничего не делается. Ну, очевидно, да. Мне кажется, тем, кто всегда оплачивает, это как бы в бонусе, а тем, кто нет, их ничего не спасет.